Привет, я вам сегодня расскажу про брызалку. На ней можно на море набирать воду и брызгаться. Это ватерпумп, называется, и она получается вот так выезжает, и вот так она, воду так берет и выливает ее вот так. Это такая и брызгалка. Они бывают разных цветов. Я взял желто-синюю. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!